Первый международный инвестиционный форум в Адыгее собрал свыше 750 участников. Среди них представители бизнес-сообщества Адыгеи и ряда российских регионов, а также деловые круги Турции, Китая, Малайзии, Иордании, Германии, Сербии, Швейцарии, Казахстана и других стран. На мероприятии инвесторы смогли познакомиться с потенциалом республики и начать переговорные процессы по различным бизнес-проектам. Сегодняшний инвестиционный форум проводится впервые в Республике Адыгея. Этот форум имеет формат знакомства, чтобы узнали нашу Адыгею, наш инвестиционный потенциал. Мы хотели продемонстрировать и инвесторам, и нашим предпринимателям возможности вложения инвестиций. Большая надежда на то, что инвестиции будут вложены в социальную сферу. Это позиция Министерства экономического развития Республики Адыгея, инвестиции в здравоохранение, инвестиции в образование, в культуру, в туризм должны дать свои плоды, и они являются точкой роста развития экономики Республики Адыгея. Презентация инвестиционного потенциала были обозначены приоритетные секторы экономики, культурно-историческое наследие, образование, здравоохранение, туризм, лесная промышленность, АПК и топливно-энергетический комплекс. Свои инвестиционные площадки на презентации выставил и Кашхабльский район. Как известно, как мы все знаем, в Кашхабльском районе реализованы очень амбициозные проекты. Это как Южгаз Энерджи, например. Дальнейшее развитие получит инвестиционный проект по тепличному комплексу. И кроме этого, известны еще инвестиционные площадки другого характера. Возможности у Кашхабльского района, потенциал Кашхабльского района очень большой. Надеемся, что предприниматели района откроют свои карты по инвестиционным предложениям. Добро пожаловать для вложения в Республику Адыгея и в Кашхабльский район в частности.